Всем привет, меня зовут Инесса. Сегодня будет немножко такое необычное видео, потому что я хочу поговорить на тему похудения. Я думаю, то, что нет ни одной такой девушки, такой женщины, которую не волнует эта тема, как похудеть, как эффективно похудеть. И на самом деле сейчас очень много предлагают различных техник, методик, всяких упражнений. Но самое главное, это, конечно же, делать это. Не так, что ты знаешь и ничего не делаешь, и при этом ты хочешь похудеть. Нет, так это не работает. Почему я решила снять это видео? Потому что у меня есть какие-то мои определенные знания, чего я придерживаюсь на протяжении многих лет, и, конечно, я бы хотела с вами поделиться. Первое, что это будет, это BodyFlex. Я стараюсь заниматься каждый день этой дыхательной гимнастикой. Смотрится она, конечно, немножко нелепо. Для моей семьи это постоянно какое-то цирковое представление, когда они видят, как я занимаюсь и дышу. Но, тем не менее, меня это нисколько не смущает, так как это очень полезно и очень хорошо влияет на мой организм в целом. Ссылку на это видео по этой методике, кто ее изобрел и как вообще это все работает, я оставлю внизу под описанием к этому видео. Поэтому, если вам интересно, то обязательно пробуйте эту методику, она работает, и я занимаюсь ей практически уже лет 10. Ну, конечно, не так, что я прям постоянно занимаюсь. Нет, бывает так, что я занимаюсь, останавливаюсь. Но сейчас я решила не то, что я хочу похудеть. Ну, конечно, если я похудела, было бы тоже хорошо. Сейчас я для себя решила то, что я просто хочу заниматься какой-то физической нагрузкой, какими-то специальными упражнениями, чтобы это благоприятно влияло на мой организм в целом. Второе, это очень эффективный и быстрый метод, как похудеть, это обвертывание. Конечно, вы это знали, конечно, вы это слышали, но я бы хотела дать бы свой рецепт. Может быть, кто-то его не знает, может, кто-то не слышал. Что вам для этого понадобится? Это понадобится, первое, голубая глина, 50 грамм пакетиком, одного хватит. Мы берем 35 грамм пакетика корицы. Потом нам понадобится эфирное масло. Это может быть грейпфрутовое, мандариновое, апельсиновое. В общем, вот такое какое-то цитрусовое, ярко выраженное масло. Необходимо добавить 2-3 капли. Вы хотите, ну, можете уже сами выбрать на ваш вкус. И получается, немножечко воды добавляем, ну, немножечко в баночку, там, сами смотрите по консистенции, так что получилась как густая сметанка. У кого какие проблемные зоны, туда мы эту смесь и мажем, или вымажем на целлюлит, где у нас есть целлюлит. Все это мы на себя намазали, тут же мы это все пищевой пленкой обматываем, одеваем какой-то спортивный костюм, который будет не жалко замарать. Ложимся под теплое одеяло, все в рамках разумного. Смотрите по погодным условиям. И минут 20-30 мы так лежим. Можно посмотреть какое-то кино, какую-то программу, понаслаждаться, порелаксировать. Но при этом помните то, что самое главное, не передержите. Если слишком чувствительная кожа, то 20 минут будет вполне достаточно, как бы много тоже не переусердствуйте, так как потом могут появиться красные пятна по телу. И получается, после того, как прошли у нас 20-30 минут, мы идем, принимаем теплый душ, смываем всю вот эту нашу смесь, и можно также потом увлажнить тело каким-то кремом либо лосьоном. Такую процедуру необходимо проводить 2-3 раза в неделю. Конечно, вы думаете, чтобы не было прям много сеансов, так все умеренно. Особенно, если вам нужно быстро похудеть, там, если вы не влазите в какое-то свое платье. Этот метод очень эффективный и классный, я как бы на себе его проверяла, это одно из моих любимых методов, поэтому, девочки, берите на заметку. Третий мой любимый способ – это ходить пешком, хотя бы по 20, по 30, по 40 минут в день. При этом, когда вы будете ходить, я вам предлагаю читать какие-то мантры, аффирмации,
как бы думать о своих желаниях, о своих целях. Получается два в одном, приятное с полезным. Четвертое, я хотела бы сказать про такой напиток, который называется саси. Состоит он из обычной воды питьевой. Туда мы добавляем огурец, имбирь, лимон. Конечно, добавляем все это в маленьких количествах. Настаиваем мы это ночь, и на следующий день, в течение дня, мы это пьем. Рецепт вы можете найти в интернете, как бы вбить рецепт саси. И последнее, пятое, хотела вам сказать, это аэробика в бассейне. Конечно, не у каждого, наверное, будет возможность ходить постоянно заниматься аэробикой в бассейне. К тому, то, что я сейчас выше вам все перечислила, получается, и плюс вот эта вот аэробика в бассейне, и плюс потом к этой аэробике 10 минут ты можешь посидеть в сауне при этом бассейне, то это просто бомба-эффект, такой классный результат вы можете получить от похудения. При этом это настолько благоприятно влияет на, в целом на ваш организм, на ваше состояние, на вашу психику. Поэтому, девочки, если у кого есть возможность, то обязательно ходите, занимайтесь аэробикой. В этом видео я перечислила вам все свои эффективные методы борьбы с лишним весом. Это то, что я лично на себе всегда проверяла, и чем я пользуюсь, что я люблю. Надеюсь, то, что многим из вас я помогла каким-то новым рецептом. Может быть, вы что-то не знали. Поддерживайте это видео лайком, делитесь со своими подружками, которые все точно так же хотят бороться с лишним весом. Если у вас какие-то есть эффективные, крутые методики по похудению, пишите все это вниз в комментарии. Я безумно буду рада почитать все это. Может быть, я открою что-то точно так же для себя новое. Всем хорошего лета, всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока-пока!